Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Макрон заявил об уходе французских войск из Африки. Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз расстроил французов новостью о успешном бегстве французских вооруженных сил с африканского континента. По словам Макрона, ему пришлось принять непростое решение о заметном сокращении военного присутствия в Африке и об оперативном выводе военных из Мали и Буркина-Фасо. Озвученное заметное сокращение численности французских войск произойдет в ближайшие месяцы. Макрон также сообщил, что теперь на освободившихся французских военных базах разместятся военные из других стран. Французский лидер сообщил, что речь идет о военных из африканских государств-партнеров Франции. Президент Франции преподнес фактическое бегство французской армии с африканского континента как реорганизацию, пообещав остаться в ключевом регионе планеты, но с меньшими силами. Франция, по словам Макрона, примет на вооружение более эффективную стратегию и займется обучением и экипировкой местных африканских военных для удовлетворения их потребностей. При этом Франция постарается оставить у себя несколько баз, которые планируется в будущем использовать в качестве учебных академий, трудоустроив в них опытных бойцов в роли военных инструкторов. Макрон также сообщил, что принятое решение приведет к африканизации местного персонала, задействованного на французских военных объектах. Военные чиновники должны адаптироваться к указанным изменениям и сосредоточиться на укреплении сотрудничества с африканскими партнерами на местах. Тем временем издание France Press сообщило, что французские власти приняли решение об оперативном выводе войск из бывших французских колоний в связи с ростом антифранцузских настроений в Мали, Буркина-Фасо, Нигерии и других стран континента. Население указанных государств призывает срочно выдворить французских военных с территории. При этом местное население к симпатии относится к появлению российских военных. В завершение отмечу, что завтра Макрон отправляется в африканское турне по странам Центральной Африки, в котором он намерен противостоять растущему влиянию России и Китая на континенте. При этом, как именно он планирует этому влиянию противостоять, французская пресса не сообщает. Британская газета Financial Times дословно сообщила, что поездка президента Франции в Африку будет проходить в режиме слабости.